Самаре продолжают наводить порядок после разгула стихии. Ураганный ветер на прошлой неделе повалил десятки деревьев. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии районным администрациям поручено оперативнее вывозить поваленные деревья и ветки после плановой обрезки. По информации административно-технической инспекции, сейчас в городе больше 100 таких адресов. Если вы их приволокли на контейнерные площадки, то вы решайте, кто у вас их должен увезти. И под видом крупногабаритного мусора я дальше размышлять не буду. Вы определитесь? Это я районом говорю. Еще одна тема – покос травы. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил обратить на бесхозные территории, частный сектор и участки вдоль дорог. В городском округе у нас 664 дороги пятой категории. Так вот, покос вдоль этих дорог никто не осуществляет. В МП благоустройство они на обслуживании стоят, жители сами не косят, администрация туда еще не пришла. Это всех касается управляющей компании. Повально проводите. Сейчас есть управляющий микрорайон. Берите косу, литовку, триммер и пусть косят. Вы кого ждете? Кто придет на территорию? Какие полномочия вам еще нужны? Навести порядок на всех территориях районной администрации должны в течение недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.